зачем мы здесь, живы мы или нет. Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу, только дорога цветов. Результат налицо. Чуть тебя с рожей-то. Да, пчелы покусали у бати на пасеке. Милюков. Милюков Сергей Иванович, статья 158 чисто. Я не понял, повтори. Милюков Сергей Иванович, статья 158 чисто. Садись. Васильков. Осужденный Васильков Геннадий Петрович, 1979 года рождения. Вор. И артист. Артисты нам сейчас нужны. Присаживайтесь. Кольцо. Осужденный Кольцов Евгений Дмитриевич, 1970-й, статья 111, часть 4, срок 5 лет. Я встать! Спустились все! Не делайте ни... А это что такое? Броневик. Осужденный, выходим по дому сюда. Да не понимает, через голову постучим в плечи. Под ноги смотри, Тетерев. Ух, ё, это что это у вас тут такое? Филипп перед управой прогибается. Решил шоу устроить. Ему за гаишник неполный служебный влепили. Еще одно взыскание, и все, на гражданку. Берите это отсюда. Да какой же идиот букву так прикрутил? Немедленно прикрепите, как положено. Николай Филиппович, Петра Первого смотреть будете? Старались? На этапе легавый. Эй, мен, вешайся. Ах, какой красавец. Да, старались. Осторожно! Так, всем приготовиться к генеральной репетиции. Николай Филиппович, есть разговор тет-а-тет. Ну подожди ты. Денисов! Стрелять только по моей команде. Вот так махну рукой и стреляй. Один раз сейчас, один раз на празднике. Зарядов больше нет. Имей в виду. Кто такой? Осужденный Бочкин Иван Алексеевич, первый отряд. Ты кого мне подсовываешь? Ты вообще представляешь масштаб личности этого человека? Император земли русской, реформатор. А этот петух без зубы.
Зато похож на памятник. А зубы? А что зубы? Что зубы? Вставить надо зубы. Сходи в санчасть. Да, у нас только рвут. А, ладно. Так, ну, ноги подрезать. Сколько? Ну, по колено. Черт, нашел? Да нет, никто не соглашается. Хоть самому играть. Это мысль. Не, Николай Филиппович, я не буду. Гагарин, ты что делаешь? 30 человек залезет, не дай бог, кто провалится. Мое дело безопасность. Эх, Гагарин, ты даже не представляешь, что здесь будет история государства российского. А где план мероприятия? Зайдешь в оперчасть, он рисует. Потом не потеряй, внукам покажешь. Гордиться будут. А мне слава не нужна. Лучшая награда для офицера – это снятие взыскания. Ну чего тебе процент? У нас проблема. А? На этапе мент из Питера. Так что по гаишнику отписали, теперь нового геморроя. Куда? Стоять! Ребята! Шабаш! Денисов! Да ты что? Ну вы же махнули! Осужденный Кольцов Евгений Дмитриевич, статья 105. Ну так что там за драка-то у вас получилась? Вы приговор читали? Послушай, Жень, мы вообще-то помочь хотим, как своему. За руку не держим, можешь гулять. Только хорошо, если до вечера дотянешь. Ну что было-то там? Ну все так и было. Убивать не хотел. Рожь дал по делу. Ну, вроде не сильно, а он упал башкой по ребрик и... Ну, насчет не сильно-то не скромничай. Говорят, людей так прессовал. Будь здоров. Вот, взгляните, Николай Филиппович. У Саморокова мать в больнице. Угу. Ну что ж, пойду проведаю. Продолжайте. А что продолжать? Посидишь у активистов, там спокойнее. Ну, а дальше будем продолжать сотрудничать. Стучать, в смысле? А при чем здесь стучать, старик? Ты же наш. Всю жизнь этих волков давил. И я хочу порядок навести, чтобы блатота тут не командовала. Но для этого поддержка нужна снизу? Нужна. Вот и поддержи. Узнай, какие настроения в зоне. Кто блатных не любит, кто любит. Это же общее дело. Ну, а безопасность мы тебе обеспечим, не переживай. Да я понял, понял, коллега. Ну, извини, я вне политики. Не спеши, Женя, с твоим багажом и в наш вагон, если я тебе не помогу. У нас же в зоне блатные рулят. Витя Сумрак уже, кстати, наверняка в курсе. Кто такой? Витя Сумароков. Редкая сволочь. Сейчас смотрящий за зоной. Колыванова, гаишника бывшего, говорят, тоже он. Да не доказали. Наш гаишник. Ладно, коллега, не переживай, я разберусь. Слушай, я не понял. Кто у кого в гостях? Что читаем? Синека. Малявок Луцилия. А я не знал, что с этим Луцилием переписывался. Письмо у тебя от матери. Больница она. У тебя в сентябре звонок? 20-го. Вот я все думаю, может быть, тебе отпуск устроить? По семейным обстоятельствам. С моими заслугами кто же отпустит? Если ЧП не будет, решим вопрос. Сегодня новый этап пришел. Там мент из Питера. Ты возьми это дело под свой личный контроль. Мента все равно порвут. А ты сделай так, чтобы не порвали. Радио в ШИЗО проведи. А джакузи с телевизором вам там не пос... Хорошо, согласен. Вот в чем. Черта некому играть. Какого еще черта?
Пушкин Александр Сергеевич, сказка про балду, помнишь? Правильно, что не хотят. Чёрт хуже петуха. Ну, найди там кого-нибудь, кого не жалко. Васильков! Эй, Артист! Бахан зовёт! Иду! Вы звали Виктора Сергеевича? Чёртом будешь. За что, Виктор Сергеевич? Быть чёртом и играть чёрта – разные вещи. Сказку про балду знаешь? А, сыграть, что ли, надо? Сумеешь? Виктор Сергеевич, у меня 2 года щепки за плечами. Ага. Ну так что, сделаешь? Так, Виктор Сергеевич, а может, не чёрта, а? Ну чё, чёрт неинтересный. Знаете, что ещё можно сыграть? Знаете, Джима Керри? Ну, маска! Йо-хо! Ха! Somebody stop me! Йо-хо-хо! Собаку еще играл, дедулька Арнета Орлова, знаете, такую. Собаку не надо. Надо черта. Но сказка не главная. А? Во время праздника ты должен... Передать привет? Нет. Позвонить? Не тарахти. Угу. С воли подгон будет вообще большой. Ага. Под трибуной оставят мешок, в мешке пакет, в пакете денежки. А, я должен достать? И передать его мне, ага. Понял? Ага. А как я туда попаду? А это твоя забота. Ты же 2 года в щепки чалился. Где он? А он тот, длинный. Вот этот? Это будет ханамити. Дорога цветов по-японски. В Древней Японии театральные представления происходили на кладбищах, где были захоронены самураи. Зрители рассаживались полукругом, и представление начиналось. Братва, говорят, что это мент. Я тебе что, жить мешаю? Мешаешь. Дерьмом шманишь. А ты не нюхай. По хлипкому деревянному мостику шел актер. Молодой юноша в картонных доспехах шел он туда, где был захоронен самурай. Он подходил, ударял ногой по доскам и издавал воинственный крик. Хатто! Хананамити! И вот тут происходило самое интересное. Из самых недр земли, разбуженный чудовищным криком, начинал подниматься дух самурая. Прямо на наших глазах бледный юноша превращается в настоящего самурая. Сизо! Удо! Сизо! Жень, рукавицу дорисуй, надо уже в работу сдавать. Эй, ты, мусор. Мусор у тебя в штанах, понял? Ах ты, сука, легавая! Он крушил своих врагов направо и налево! Понял? Да, да, да! Понял? Охренеть! Что-то я забыл, Виктор Сергеевич, а что я сделать-то должен был, а? Если не вспомнишь, артист, я из тебя настоящего черта сотворю. Витя, Сумрак, там кипиш какой-то. Держи крепче! Давай, давай! 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 На кого ты руку поднял? Да я тебя! Эй, шаман! Тихо. Че за кипиш? Мент козлом обозвал. Он так не говорил. Ты чего фуфло гонишь? Как дело было? Говори, не бойся. Я вообще-то здесь не работаю. Я из карантина перенесли. Короче, говори. Дядя Витя, он козел. Слово козел не говорил. Кому ты веришь, Вить? Осади. Кого завалил-то? Своего. В драке.
Ну, хотя бы одно хорошее дело сделал. Живи пока. От трибуны до эстрады мы протягиваем мост. Желательно подвесной. Зачем? Черт у нас куда идет? За оброком. Так. Оброк где? В море. А где у нас море? Ну, море... На трибуне. Это что, так вот в Японии делают, да? В Японии. Слушай, мы все-таки Пушкина ставим. Ну, зачем нам это вот... Ханамити. Да. Трактовка. Ну да. И поп в кимоно. А? Очень неожиданное решение. Уважаемые дамы и господа, гости, граждане осужденные, вашему вниманию предлагается история государства российского. В силу сердца и в силу традиций. Катя, это тебе. О, да. Без хлеба. А это вам, Иван Рафикович. Кстати, ей закусывать можно. Проверен. Наши тараканы живут почем зря. А потом наступил октябрь 1917-го. Это детективисты. Прям фабрика звезд, да. Ну, что у тебя с Сумраком? Борзеет. Да. Да. Витя страх потерял. Особый режим давно по нему плачет. Так отправь. Просто так нельзя. Повод нужен. Серьезное нарушение. Да найдется повод. Аврора. Давай, 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 проходи. Все по-честному, Иван Рафикович. Масштаб один к одному. Специально ездили, обмеряли. Вышкин с сегодняшнего дня в отпуске. Я здесь за хозяина. А мне порядок нужен. И быстро, чтобы всякая шваль уголовная здесь не командовала. Ты, кстати, мужик правильный. Где ты мужика-то нашел? Я вообще-то блатной. Я тебе не про масть базарю. Зону надо перекрасить. Ты рулить будешь. Революция! Понял? Ну как? Впечатляй! Молодцы! Да. А сейчас сюрприз для наших самых маленьких зрителей. Да, это сказка о попе и работнике его балде. Жил-был поп, толоконный лоб. Тихо. Пошел поп по базару купить кое-какого товара. Здравия желаю. Извините, уже началось? Браво! Зачем балдасана к нам в море залез? Зачем? Короче, твои терки. Филиппыч, а это что? Японский театр кибуцу. Так называется, правда. Понятно. Прости, век мы не слыхали балдасана. Не было сердцам такой печали. Не было печали? Черти накачали. Попляжи тогда под нашу балдасану. Пора Витю на каникулы отправлять. Воспитатель устал. Во-первых, нравится, да? Да, здорово. Во-вторых, не платите их вообще, понял? Хватит, хватит море. Обрукал, что ли? Но, сука, пором. Будете обрук? Будет? Да. Кто первый бежит вокруг моря, того и бабки. Но все. Нет. Мне уже мешок, видимо, приготовили, наверное. Хананамити. А вам, собака? Дорога цветов по-японски. Какая помеха? Куда он пошел-то? В море. Там у нас море. Театральная условность. А! Да! Хананамити!
классическая концепция. Глупый ты бес. Впереди всех. Куда ж ты за оброком полез? Ты видел, а? Чего он за пазуху засунул? Пропустите. Да вот он, балда, твой оброк! Знать бы, где он вообще прячет. Да забрать. Ганга. Пошлите в тонцы. Ты иди отсюда, пацан. Уши не грей. А, чего? Где Витя? А в 1242 году... Твой билет другому не надо. Александр, а что здесь? По билетам? Да-да-да, иди. Стоп, рыцарей! Иди. Ну-ка, пойди пригляди за ним. А я тут с Витей. Филиппыч. Вы откуда такие смелые-то нарисовались? А вы-то сами чьих будете? От кого наесть терпи? Буду я перед каждым лохом ответ держать. Чего? Кто же ответит? Александр Невский. Ты что творишь? Фраер мастёй. А ты мне не ты. А это еще не ты. Железяка, да дай ты ему по голове. Филипп, все в порядке? Я тебя своими руками задушу. Гаси! Пей, братан! Галерин, ты что сидишь? Обойди! Поехали! Успокойся! СИЗО заходили! Слышь, майор. Да, Иван Рафикович? Вышкина после отпуска будем на пенсию провожать. Не хочешь его место занять? Я? Сама на сцену гони! Доча, ну что ж ты все этой ерундой занимаешься, пап? Шляп! Вон, смотри! Пошел! Иван Рафикович, я постараюсь. Кровать, успокойте! Филиппыч вам тоже старается, а блатник все никак не угомонит. Я угомоню. Этот по тумбочкам лазит. Хорошо, я засек. У бродяги банку сгущенку скрыть, вот представляешь? Верно. Кури. Сколько лет? Мне 5. Я тебя не про срок спрашиваю. Лет тебе сколько? 18 лет мне. Чего? Говори громче! 18 лет! Испортил, исполнил. За что сел? За колбасу. Я в магазин залез. У нас себе работы нету. А у мамки трое на шее. Я колбасу и сразу на строгач. Замок подпилил. У меня все весь магазин меня повесили. По тумбочкам почему крысил? Чего? Чего? Слабко хотел.
Видел, сладкого хотел. Работаешь? Работал, но меня на промку не берут. Я честно, я бы работал. Эти коляски дешевые, руку подломаю, в петушатник. Не надо, не надо, нет. Я же не съел эту сгущенку. Хватит ныть, руку на табуретку. Руку на... Пальцы прямо, не так больно будет. Пожалуйста, не надо. Не крысь! Не крысь! Не крысь! Копоть, устрой на работу, где лаве побольше. Иди и бычь. Будешь получать деньги на товарку. В лабазе сладкого хоть обожрись. Скрысишь еще раз. Спросим, как с понимающим, потом как с симпатичным. Спасибо. Делаю. Спасибо. Ну, концерт окончен. Совсем за людей не принимайте! Я только что снял пробу, все чисто. Всем немедленно продолжить прием пищи. Отказ буду считать неповиновением администрации учреждения. Ты что, Мерин, моим словам не доверяешь, а? Начальник, ты иди, мы тут сами разберемся. Это кто там голос подал? Ты что думаешь, ты неприкасаемый? Да что с ними базарить? Машину разобью! Кончай тебе! Кончи меня! Напади меня сотрудника основной! Это основной, кличка Сумрак. Редкий отморозок, его ко мне. А этого не трогать, кличка Шаман, наш активист. Понял. Не перепутай. Шустрее! Шустрее! Быстро подряд! Ведь это не наша война, мы активисты! Разбирай, братва! Ведь в падлу! Мы что, клоун в концерте участвуем? Цирк кончился, шаман! Спецназ в касках, а у тебя череп голый. Не тоже возьмем. Ирина! Подходи шустрее! Когда кипиш начнется, самое время с ментом разобраться. Разберемся. Каску сними. Урод. Мой дед партизаном был. Меняемся местами. Серег! Женька? Серег! Забрали его! Все на выход! Женька, что? Задел? Почти промазал. Все в окнах двери! Все! Что там у тебя? Гагарин! Врача, быстро! Жень, я тебя пока в больничку определю. Спасибо, конечно. Ну, кто же меня отпустит? Гагарин! Там это... Серег, зовут тебя. А мы попробуем. Гагарин, иди сюда! Вот весь переставляет свои. Кажется, готов. Живой. Быстро в скорую. Как? Не понял. Какая скорая? В поселок, в больницу.
Какая скорая? Я здесь командую! Завтра утром доктор приедет и отставит! Ох, нет, он пока твой доктор приедет, а мне за него отвечать. Кольцов тоже забираю у него на живое. Гагарин, ты мне ответишь! Ты мне за что ответишь? Ты мне за это ответишь? Куда ты полез? За что тебя? Да, был там один сотрудник, с родителей потерпевший 5000 баксов стряс. Представляешь? Ну, мол, есть человек, который знает, кто вашу дочь убил. Ну, нужно заплатить. А деньги получил под корягу. Я его встречаю, говорю, ты что творишь-то? Он говорит, ничего не знаю, деньги не брал. Ну, я ему дал. Вроде не сильно. Ну, вот 5 лет дали. Ну, а почему не на спецзону кинули? Ты же мент. Начальник проблем не хотел. Ну, уволил задним числом. А я смотрю, ты здесь. Зэков прессуешь, а? Не прессуй, а подавляй бунты и беспорядки. Больно? Да. Бежать мне надо отсюда, Серег. Шаман выйдет, я, ну, потом сам объявлюсь, сдамся. Ну, пусть там год накинут. Ну, я хоть живой останусь. Но от меня что надо? Ключи от браслетов, одежонку. И чтобы было где спрятаться. Главное, пойми, уйду один, никто не поверит, что сам. Тебя обкладывать начнут. Подожди, я не понял. Ты хочешь бежать с этим? Да не хочешь, придется. Бежать сможешь? Я в самоволку хожу. Серега сказал, поможет. Надежный человек. Воевали вместе. Нашу зону перекрасили. Шаман главкозлом стал. Гагарин сказал, тебя на особую зону переводят. По 321 тебе десятка как минимум светит. Ну ты как? Наденька, ну давай, штук 30 еще красненькие. Мне в лагерь уже пора, меня машина ждет. У меня заезд на носу, а в двух отрядах еще нет воспитателей. И в мэрии не чешутся, копейки лишние выделить не могут. Вертись, как знаешь. Вот все приходится своими руками делать. Чем я могу помочь, тетя Зина? Сереж, слушай, дай мне 2-3 бойцов на лето в качестве шефской помощи. Да какие они воспитатели? Потом у нас каждый человек на счету. Алло. Да. Серега, он согласился. А? Поможешь? Поможешь, да? Так, что, помочь? Да, да, помоги. Да, понял, выезжаю. Ма! Все, я поехал. Сереж. Тетя Зин, мы же не педучилище, зэков смиряем. Надя, я не поняла, он мне даст бойцов или нет? Гагарин, ответь. 7-й по Гагарину видели. Держите вещички, чем богаты. Нет, он вроде в 5-й квадрате. О, спасибо, Серег. Сел старлеем, вышел капитаном. Ментовские галифе. Да я лучше голым побегу. Голым, говоришь? А ну, вали отсюда. Ну, лады.
Да ладно, хорош вам, вы чё? Разбежались, я сказал! Ну. Галифе не надену. Ну не хочешь надевать, не надо. Быстро под брезент. Чё такое, Серёг? Поздно, не дергайтесь. Давай, газуй. Все, парни, дальше нельзя. Мост перекрыть, станция тоже. Давай через реку, там трасса, машину освободим. Давай, давай. Не понял. Ты чё сидишь? А я плавать не умею. Женька, быстро в машину! Что случилось? Этот твой плавать не умеет! Не понял. Нет, ты! Черт! Патрульная машина! Давай, под брезент! Давай, жми! Поехали, поехали! Вот вы меня втравили! Ну все, сейчас я вас пристрою! Гагарин, Гагарин, срочно в штаб! Гагарин, выйди на связь! Первый, я пчела! Видел его в шестом квадрате! Вроде как к озеру свернул. Спасибо, чувак, отбой. Ты что здесь в магазине? Ну, бери, что дали. Ворота открывай, начальник лагеря позови. Товарищ начальник лагеря. Сдал. На бабскую зону привез. Стой, вот поворот к озеру. Ну что, нашел? Нашел, принимайте. Я сейчас. Выходим. Фамилии поменяйте. На что? На пиво, тормоз. Вожатыми будете. Я иду! Товарищи мои из Питера. Серега, спасибо, друг. Работают в милиции. Вот поехали в Чечню пионерлагерь восстанавливать. Вот на засаду нарвались. Здесь отдыхают, лечатся. В санатории МВД. От безделья скучно. Сами попросились помочь. Понятно. Виктор Сергеевич. Ромашкин. Евгений Дмитриевич. Убегаю. Зинаида Андреевна. Очень приятно. Люди замечательные, опытные. Располагайтесь. Вещички позже подвезу. А то меня в штаб срочно вызывают. Ну, товарищи, пойдемте с прибытием. Здорово. Здорово. Ты че? На связь-то не выходишь, ищут тебя. Аккумулятор сдох. Ага. А в лагерь-то кого привез? Кого-кого? Беглых зэков. Клуб, столовая, а там вон зона труда и отдыха. А колючая проволока зачем? А, пришлось натянуть. Не хотелось, но что сделать? Время такое. Дети из лагеря бегут. Сейчас все бегут. Ну не волнуйтесь, мы ее покрасим в такие... Живенькие такие, веселенькие тона. И вышки. Угу. Какие вышки? Где колючки? Должны быть и вышки. Да, вышки-колючки, знаете, детская игра такая. Ну перестаньте. Я сейчас не до шуток, ей-богу, ну перестаньте. Надо же, какие игры вы знаете. Я таких даже не помню. Зинаида Андреевна, у нас Виктор Сергеевич от контузии не отошел. Тормозит немного. А работать он сможет? Ну что вы, очень опытный педагог, редкий специалист. Зинаида Андреевна! А? Извините, конечно. Я сейчас. Он что, нарочно нас сюда привез, хмырь этот? Подключили, подключайте, так зались. Какие нахрен пионеры? Да тихо ты, кто нас здесь найдет? Здесь и крыши, и харчи, и бабы, может быть. Да ты на рожи наши посмотри. Воспитатели, у коня Буденного морда и то краше. Нормальные протокольные рожи. Вы умеете факс подключать, а? Здрасте. 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 А вы уже работали с детьми? Конечно. В лагере под Питером. У нас же педагогическое образование. Вот мы и подхалтуривали. А у вас где розетка? Вон, там, внизу. А, у меня институт за плечами. У Виктора Сергеевича педучилище заочно. Простите, нескромный вопрос. Да, пожалуйста. А почему вы все-таки работаете в милиции? Ну, вы сами знаете, как нам педагогам сейчас платят. Ой, да. В органах-то не ахти, ну, все же льготы, квартиры обещали. Да, понятно, понятно. Угу. А где вы служите? Угрозыск. Ну, раньше с малолетками работаю. Слушайте, ну, как повезло!
У меня в 6-м отряде ни вожатого, ни воспитателя. А завтра заезд. Дети такие разные, из неблагополучных семей, у которых отцы пьют, а у некоторых просто сидят в тюрьме. Вы представляете? По межгороду можно позвонить? Через 9-ку только. Ну, ваши паспорта. А сгорели документы? На войне. Николай, помоги мне, открой подсобку. Я сейчас. Слушаю вас. Алло. Алло, Паша. Это сумрак. Я на лыжи встал. Подожди, я не понял, зачем? Кто разрешил? У тебя до звонка всего 2 месяца. Мы ты прокладку кинули, пришлось слиться. Сумрак с командировки слился. Ты где сейчас? По Тихомирскому, пионерлагерь Юнга. Какая Юнга? Ты не один? Одному просто тут не справиться, поэтому я с товарищем тоже из милиции. Совет нужен. Ну, я не знаю, но перекантуйся пару недель. А пораньше нельзя. Нет, раньше не могу. У нас тут стукачок завелся. Хочется надеяться, что не из ближнего круга. Я разберусь, пришлю помощь. Общак не просадил? В смысле, конечно. Про общее дело я помню всегда. Наставнику звонил по училищу. Советовался, какую методику применить. И что он посоветовал? Классику. Правильно. Ну, это ваша форма. А это панамочки. Ну, а, да, еще без козырочки. Пилотки. А пионеров-то отменили? Да пусть лучше пионерами будут, чем наркоманами. Ну, смотрите, работает. Алло. Ну-ка. Алло. А, где-то факс пришел. Так, нажимайте на кнопку «Старт». Вот, пошло. Ой, слушайте, здесь фотографии какие-то. Ой, какие-то фотографии. Ой, смотрите. Что-то написано. Я где-то очки оставила. Прочитайте. Разыскиваются преступники Сумароков и Кольцов. Это какие-то заключенные из тюрьмы сбежали. Ну ничего. Здесь есть телефончики. Если мы чего узнаем, обязательно сообщим. Так помните, когда плотину прорвало? Озеро разлилось, деревня вообще ушла под воду. А лагерь только чуть-чуть. Поэтому у нас не отряды, а яхты. Нет. Да, хорошо тут у вас. Как в Венеции. Да. Спасибо военным. Мостки построили. Помыть их придется вам. Швабры, тряпки возьмете там. Где бой? Какой бой? Надпись есть, а боя нет. Унитазов тоже нет. Так что нам ставим ведра. Выносить их придется тоже вам. Вот она, ваша комнатка. Телевизор старенький, но показывает. Правда, один канал. Но, слава богу, первый. Переодевайтесь и за дело. Ну, с богом. Все, я пошла дальше. Взвейтесь кострами синей ночи. О, а это что еще означает? Западло иметь семью и детей. Да, круто. О, да ты у нас прям генерал-майор какой-то. Наступи, менту на горло задави, козла ногой. Замри. Мой портрет еще сюда накали. Если только на задницу. Козлам не сдается наш гордый варяг. Слышь ты, варяг, швабры в руки и палубу драй. Да пошел ты. Я тебе не черт. Слышь, не шлангуй. Для тебя не зона. Не упадет твой авторитет. Ой, уже работаете.
Какие молодцы! Я принесла распорядок дня. Припейте. А поверка где? Какая поверка? Вечерняя, все ли на месте? У нас в лагере всегда была, сразу видно, кто сбежал. Слушайте, неплохая идея, да? Прибейте. Ой! Совсем забыла. Значит, у каждой яхты свое название, речевка и песня. Так что выучите. Хорошо. Хозяюшка, а тошниловка-то бычит? Не поняла. Столовая работает? Ой! Ужин для персонала в 8. Ну все, все. Ну что ты ерепенишься? 2 недели. Всего-то 15 суток. Ну, для тебя не срок. Сюда! Сюда! Водители! Вы сдали в автобусе по кругу! Слушай, рожу повеселее сделай, а то страшно, как инфаркт. Всех детей перепугаешь. На свою рожу посмотри. А что ты все время зубами скребешь? У тебя случайно глистов, нет? Нет, только геморрой. Сижу с 18 лет. Пожалуйста! Так что не расходится? Отдай их, не душите меня! Лена! Лена! Я здесь! Я хочу тебя познакомить. Это наши новые вожатые из Ленинграда. Они будут на 6-м. Принимайте. Все, идите. 6-й отряд, выходим, строимся! Ну что стоите, ловите! Это что, наши? Мальчики! Мальчики, так, спокойно! Воспитание по жизни! Стоять! Ты кто такой? Я Джеймс Бонд! Ты кто? Ребята, ребята, да постройтесь же вы! Леночка, что случилось? Я теперь с вами. У 6-го новый вожатый. Смотрите, они не справляются. Миленькая, пожалуйста. Ясно. Давай, уводи первый отряд. Да как я их уведу? Раз, два, три, ребята. Три, три, четыре, раз, два, попадай дружно в ряд. Смелые, умелые, под солнцем загорелые. Глаза сотрешь. Кто шагает дружно в ряд? Ой, Арсений! Yeah. Иди сюда, там и говорят. Один пилотку не позорь, мать, ясно? А трубка? А трубку-то что? О детях думай. Воспитатель первого отряда Татьяна Павловна Пантелеева и вожатая Леночка Бичкина. А вот 6-му отряду удивительно повезло. У него будут вожатые из Ленинграда. Виктор Сергеевич Ромашкин и Евгений Дмитриевич Убегаев. Они только что вернулись из горячей точки, где помогали восстанавливать детские лагеря. Это настоящие офицеры милиции. Были ранены, но снова вернулись в строй. Ну, давай, говори. Чё говорить? Хорошее что-нибудь. Дорогие дети! Как сказал Синека, никто, кроме нас, не становится хорошим человеком случайно. Короче. Короче, будем воспитывать. Живы мы или нет, дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу, только дорога цветов.
нами! Проходите, давайте. А вам не тяжело? Нет, спасибо. А меня Лиза зовут. Коллега, я вас как поэт хочу спросить. Вы речевки знаете? Стишата. В основном галимые. Например? Хороша у нас бригада 4 фраера 2 гада. А, неплохо. А яхту как назовем? Мурка или гоп-стоп? Нет, яхта легавая. Проходим, проходим, не задерживаемся у выхода. Большое чудовище. А ночью оно выплывает на берег и похищает людей. А в прошлом году, ребята, оно утащило одного мальчика. А как это? Как-как? Схватило его за ногу и на дно. Виктор Сергеевич, я попросила придумать что угодно. Лагерь на воде, лишь бы дети не лезли купаться ночью. Денис Алексеевич, а что у Виктора Сергеевича с головой? Пойди у него спроси. А какое? Чудовище? Ну, как лохнесское. А днем? Днем оно спит. Но купаться можно только в купальне. И только под нашим присмотром. Виктор Сергеевич, а это вас на войне ранили? Да, враги. А меня Лизой зовут. А меня Виктор Сергеевич. В общем так, ночью в воду не ногой. Всем ясно? Да. А вы что, перловку не любите, да, Виктор Сергеевич? Не любит. Просто Виктор Сергеевич 15 лет последние только на перловой диете сидел. Ой, а что, помогает? Ну, результат налицо. Ой. Хотите, у меня гречка есть, а? А может, котлетку? Давайте положу. Леночка, давайте. А весла нет? Какого весла? Виктор Сергеевич ложку просит. Вот, пожалуйста. Спасибо. Кушайте на здоровье. Ой, вы там в Чечне так исхудали. Вас что, не кормили? А как там сейчас? Да, шубняк. Чего? Тревожно. А я так и знала. Газеты хрусь. Хотите, я вам гуляш приготовлю, а? Или курочку? Вы чего больше любите? Лучше и то, и другое. Вы все-таки так хорошо, что вы приехали. Без мужского плеча, сейчас знаете, как трудно. Ой. А Виктор Сергеевич у нас так любит помогать. Ну, всем помогает. А у нас один физрук и тот... Забойный. А хотите водочки? У меня есть про запас. Не пью. Марина Петровна, лучше пиво. Пива нет. Здесь дети. Может, грохотульки к чаю? Чего? Это дрожжи, карамель или леденцы Монпансье. Ой, Монпансье давно не завозили. Ну, плохо. Ну, а как там в Питере с погодой? Сквозняк. Ой,
Сбежал, гад. Эй, пацан! Дядя Витя? А вы живы? Вы чуть на вас надето. А меня вон расконвоировали. Я на зону бидоны вожу туда-обратно. Я ж деревенский. Сам собак, коней, кур люблю. Не тарахти. Слышь, Кирюха, дело к тебе. Вообще-то меня Сережа зовут. Это не важно. Тебя на выходе сильно шмонает. А что, вам вывезти надо, что ли? Одну вещичку. Сумеешь. А ты что, вернулся? Позавтракать забыл? А я смотрю, с формы ты сроднился. Для дела не в том еще изваляешься. Не изваляешься, а форма мужчине всегда к лицу. Слышь, Кольцов, мне к Зоне надо. Вещь одну должны вынести. Какую? Общак. Слушай, Витя, я в твои воровские дела не полезу. Без него мне хода нет. Пришьет. Мне мать в больнице. Кроме меня помочь некому. Я тебя как человек прошу. Ну, блатай меня, да? Тихо, тихо, тихо. Мама, мама. Все, на жало сдавите. Мама. Когда в тюрьму садился, о матери думал? Вон посты кругом. Заметут сразу. Да успокойся, нас никто не узнает. Ни о чем мы. Ментовскую форму оденем и все. Не ментовскую, а форму сотрудника внутренних дел. И она у нас одна. Панама американского матроса. А? Иностранцев не тронут. Давай 2 часа на линейке. Зачем, Пёха? Я все подготовил. Сейчас на вёзлах, потом на колеса. Чего? Не прижимайся. Я не прижимаюсь. Не, ну я чувствую, ты коленками трясся. Да педаль я кручу. Вот и крути педали. Слушай, не нравится, иди пешком. Не, ну при чем здесь пешком? Ты не прижимайся и все. Эй, пацан! Дядя Витя? Я его... Принес? Сейчас я... Давай сюда! Нет. Где общак, Чепушила? Сейчас я... Куда ты? Куда? Стой! 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 Ё-ху-ху! Вот ты клоун! Что ты делаешь? Давай я без общака не уйду! Назад! Держи ее! Давай! Тревога! Давай, скорее! Держись ты! Давай, 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 давай! Куда? На мост. Пропускай, собак! Быстрее, быстрее! Ничего. 15 лет назад здесь был мост. Собаки.
Стой, замри, не двигайся! Сиди! Сиди, сиди, пират! Сиди! Хорошо. Ты его откуда знаешь? Мне еще дед по тайге гонял. Не укуси. Ищи. Ищи общак кольцо. Ищи другого. Быстро. Второй тоже пустой. Ладно, забирай и уходим. А вот их хозяева. Уходим. Мы точно твоей команды не поймут. Ну, сиди, сиди! Черт, я ж плохо не могу. Почему собаки не сработали? Вы что сидите, дурные? Что вы сидите, молчите? Почему ищи, собаки не стали? Уйди отсюда! Собаки след потеряли. Чем по машинам? За мной! Суки, сволочи, идиоты! Рядом. Быстрее! Кажется, ушли. Зачем питон выбросил? А если в нем общак? А что ты мне сказал? Возьмем вещицу и все. Устроил мне собачьи бега. Ну, а тут и легавый, чтобы бегать. Что ты сказал? Повезло, Кольцов. Мед. Ну что, а сколько денег-то? С учетом последнего подгона, 65 340 долларей США, 17 840 фунтов стерлингов. И еще один чудак с воли 900 йен подогнал. Рубля не досчитаешься, пришьют, как пить дать. Без вопросов. Да, жестко у вас. Тут гребешь-гребешь всю жизнь, все за одну зарплату. Фамилия! Милков я. Где они? Что было в бидоне? Я не знаю. Я не знаю, что было в бидоне. Молоко там было когда-то. До конца жизни в этом бидоне будешь сидеть. Понял меня? Да, понял? Да. Как джинь? Джин. Марш в зону, кенгуру недоделанный. И, Алеш, пана. Шухер, Виктор идет. Да. Кипиш, подержи. Еще час до подъема. А ну спать, спиногрызы. Кому не доходит, через голову постучим в печи. Замерли все. Ложись, ложись. Ты прям Макаренко. Я взрослую зону держал, давай. Слушай, ведро надо вынести. Ну, вынеси. А мне еще деньги от меда отмывать. Я уже одно выносил. Ну, еще раз вынеси. Вот вы народ блатные. Когда тебе надо, ты маму родную вспомнил. А я еще вздремну часок. Пойду искупаюсь. Давай, давай, водоплавающий. Бегать по утрам люблю. А, какой молодец. А Виктор Сергеевич чего не купается? Виктор Сергеевич? А он не умеет плавать, но бегать тоже любит. А вы местная? Да, из Тихомирска. А. Я в лицее работаю. Это хорошо, что вы с нами, Евгений Дмитриевич. Правда? Да. Я вчера маме звонила, женщину в тайге убитую нашли. Говорят, это те, которые из колонии сбежали. Представляете? А почему вы думаете, что это они? А кто еще? Ну, не знаю, какие-нибудь другие бандиты. Евгений Дмитриевич. Ну, что еще? Виктор Сергеевич пришили. Как? Я просто хотела его разбудить, а он там лежит. Что случилось? Пришили, слава богу. Я уж думал, паралич разбил. Ну чего было орать? Не могла сама нитки порезать. А ты чего? Печень в печень. Это же дети, с ними ласково надо. А ты как с зэками. Это еще что? В прошлом году вожатому в постель живую гадюку подбросили. Ну, слава богу, я-то не сработал. Тихо, 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 тихо. А в позапрошлом году мальчик... Не дрожди! Помягче, родной, я с тобой. Давай. Мы продолжаем следить за ситуацией.
все, блин. Кто попадает на тюремные нары и остается. Попали. Специальный рейд программы. Что делать будешь? В России и в Африке. Пацанов воспитывать. На тебе, похоже, здесь надолго. Шестой отряд! Подъем! Подъем! Мальчиши, кибальчиши! Подъем, подъем, ребят. Ну что, Тарёк? Ну не лезь, ну стой ты! Чего ты взъелся? Так, ну-ка быстро умываться. Чё там? Хозяйка насчет путевки втирала, а? Кто лучше, тот и выиграл. Так вот мы станем лучшим отрядом и поедем в Питер. А с пионерами нас не повяжут. Ничего, пройдет и по нашей улице инкассатор. Ну что, я пошел шкетов воспитывать. А ты деньги постирай и просуши, лады? С чего ты взял, что я твои деньги сушить буду? Ну, я тебя как человека прошу. Приготовились! Первый отряд! Хоть и лопни, хоть и тресни, наш бригад на первом месте! Лоскин, ты где ходишь? Потом, потом, я сказал. Наша яхта! Бригантина! Наш девиз! Мы привыкли побеждать! Век каникул не видать! Тихо, ребята! Выходит, что в шестом девиз знает только вожатый. Ну как же это так, ну, Виктор Сергеевич? На берег! Первый отряд! Быстренько все на берег! Добрый день, Виктор Сергеевич. Добрый. Что читаете? А, ну, вопрос педагогики. Mm-hmm. После контузии подзабыл малость, решил в памяти освежить. Да бросьте. Хорошим педагогом поможет стать только практика, практика и еще раз практика. Mm-hmm. А теория это? Вы же помните три основных правила педагогики. Да? Mm-hmm. Нет? Личный пример. Конечно же, положительный. Во-вторых, дети должны стать одной командой. А для этого что? Для этого нужно учитывать индивидуальность каждого ребенка. Потому что они что? Потому что они личности. А в-третьих, помогите, пожалуйста, Виктор Сергеевич, спинку намажьте. Ага. И в-третьих, и самое главное, сотворить для них такое маленькое чудо. Спасибо. Угу. Спасибо. А почему ваши не купаются? Холодно. Да бросьте. Ага. А как же личный пример, а, Виктор Сергеевич, а? Ты чего? Резинка лопнула. У вас блоки случайно не найдется? У Бичкина есть. Ты Виктор Сергеевич не видел? Видел. Он на пляже с Татьяной Павловной. Какой пляж? А столовой кто будет дежурить? Не знаю. Не знаю. Кто знает? Резинку вденешь и в столовку. Хорошо. Что ты делаешь? Ты же сломаешь. Ну давайте, раздевайтесь. Не надо. Ой. У меня там шрам боевой. Ну ладно. Во всю спину. Не умею. Как не умеете?
Вот так. Ну, давайте, я вас научу. Давайте, давайте. Давайте ложитесь на воду, здесь нет никого. Не да надо. Не бойтесь. Не надо. Поработайте руками, ногами, вот. Да спокойнее вы, не паникуйте. Спокойнее, спокойнее. Спокойнее, дышите ровно. А, кстати, как там мой Арсений? Вы можете с ним построже? Виктор Сергеевич! Вот видите, как все просто. А я всю жизнь мечтала съездить в Питер. Так, девочки. Ничего, поедем. Вот сейчас выиграем путевку и обязательно поедем. А если мы выиграем? Виктор Сергеевич! Нам еще осталось стенгазету рисовать. Батманы, фломастеры готовы. Зовет. Готовы. Жду. Ну, удачи вам. До свидания. Ничего себе! Виктор Сергеевич, как не по-пионерски получается. Я там стенгазету клею, а ты тут Татьяну. Павловну, я для дела. Хотел узнать, как шкитов воспитывать. Ну и как, интересно? Ну, в принципе, замес вполне реальный. Сначала надо стать авторитетом, затем складить команду, а потом показать фокус. Нормальное воспитание. Значит, стать преступным лидером, организовать группу и совершить разбой. 209-я. Бандитизм в чистом виде. Но главное – режим. Подъем 8, отбой в 9. Вот и все. Угу. Слушай, у меня к тебе вопрос есть. Одеваемся. Давай, давай. Личного характера. Скажи, а как сейчас за женщинами ухожу? Ну, в смысле, как это делается? Просто я по зонам щалюсь 16 лет, сел по малолетке, ну и толком как-то не успел. У тебя что, этого никогда не было, что? Не, ну почему? Было там, знаешь, все не то. 15 лет – это срок. Запал, что ли, никого? Малин понравился? Пантелеев, что ли? Понимаю. Ты знаешь, пока ты там сидел, у нас тут революция произошла. Сейчас, видите, звезды, эти стихи все отменили. Сейчас главное – свободная, открытая любовь. Ну, девок по интернету клеят, ну. У нас сегодня дискотека есть? Замечательно. Заходим. Я бичку наберу на себя. Ты сразу Пантелеевой и прям говори, что хочешь. Прям все, что хочу, да? Ну? Чтобы так просто взять и сказать, что я хочу, да? Ну, что ты от нее хочешь? Ой, что я хочу. Значит так, мы должны поехать в Ленинград. Для того, чтобы поехать в Ленинград, мы должны стать лучшими. Для того, чтобы стать лучшими, мы должны слушать, что говорят старшие. Все ясно? Да! Сегодня у нас дежурство по столовой. Проходим. Так, а где Пантелеев? Где все? Они убежали. Займитесь посудой, я сейчас. Арсений и компания. Почему не в столовой? Мы вообще сюда отдыхать приехали. А остальные пускают пашут, да? А за остальных мы не отвечаем. Во что режетесь, мужики? В очко, Виктор Сергеевич. Правильно говорить, 21. Может, сыграем? Если выиграю я, сейчас же в столовую. Ну, а если выиграешь ты? Вы меня на себе в столовую повезете, а? Лады. Поехали. Неужели тебе Питер посмотреть неохота? Был я в вашем Питере. Тихомирск круче. Ну, в Питере зато Аврора, музеи разные.
Домой красивый. По музеям ходят только. Ботаники, понял? В общем, ботаники. Очко я выиграл. Катайтесь, пассажиры. Что ж, пингалеты? Карту-то подними, которую сбросил. Очко. Ты на кого батон крошишь? Ты-то знаешь, кто мой отец? Он большой авторитет на зоне. Там выйти и рога побломает. Понял? Ты по-человечески сказать муж? Не учи ученого, непуть. Нет, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Я тебе чё, бык театральный? Понял? Не-а. Свистать их наверх. Назначаю тебя Пантелеем Смотрящим. Разбей отряд на звенья, выбери старших. За любой ЧП отвечаешь лично. Все понял? Да. Давай, 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 поживее. Давай, 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 шевелись. А теперь все в столовую. Бегом! Приду, проверю. Круто, Досин. Мать просила, чтобы построже. Так отошли от воды. Скажи, а зачем ты пацану эту болтату прогнал? Индивидуальный подход, это ты иначе не понимаешь. А с другими по-другому. Слушай, ну если посадят... Поступай на педагогический. Заочно. Так, на кухню быстрее. А почему на том столе нет стаканов? На то стол булки. Ну что, ребятки, давайте веселее. А то скоро дождик начнется. О, Юра. Ты что здесь делаешь? Почему ты не в столовой? Я сейчас пойду. Евгений Дмитриевич. А правда, что вы в милиции работаете? Работал. Иди помоги. И обыски делаете? Ну, делал. Да это дело такое, знаешь, тонкое, но муторное. Ну-ка, давай поставим. Сначала получаешь санкцию от прокурора по постановлению следователя. А потом составляешь опись всех изъятых вещей и... В присутствии двух понятых. А если вы нашли деньги? Много денег. Ну, нужно переписать все купюры. А без этого нельзя? Без кого? Без понятых? Нет, без санкции. А. Без санкции, Юрк, можно, только чтобы никто не знал. А то у тебя будут большие неприятности. Слушай, кажется, дождик начинается. Ну, давай, дуй в столовую. Хорошо, сейчас пойду. Угу. Виктор Сергеевич. Благодарю. Какой же он все-таки молодец. У нас так дети слушаются. Как сказал Синека, успешен путь примеров. Виктор Сергеевич. Айо. А кто такой Синека? Очень умный человек. А он ваш друг? Нет, к сожалению. Понятно. Значит, умные люди с вами не дружат. Виктор Сергеевич! Ты чё, Ложкин? А? Вы Евгения Дмитриевича давно знаете? Ты чё, допрос, что ли? Пока нет. Что значит пока? Мы с ним воевали вместе. Одно получение. Значит, вы тоже преступник. Ты с чего ты взял? Ориентировочка на вашего друга имеется. А вы говорите, что давно его знаете. Подержи. Ну как давно? На войне, Юр, день за год идет. Скажи, Юр, а ты где взял-то? В вожатской, в штанах под раскладушкой. А что это у нас там делал-то? Обыск. Юрка, скажи, ты еще кому-нибудь это показывал? Пока никому. Надо Зинаиде показать. Не надо. Зачем? Кстати, мы всегда успеем. Сперва нужно понять, кто он, что он у нас тут делает. Я сам попробую. Если что, позвоним в милицию. Понял? А знаете, кто вас пришел? Постучать нехорошо. Кончишь плохо. Пойдем рубать. Так, парни, курили? Нет, Евгений Дмитриевич. Ну, вдохни. Ну, давай. Приятного аппетита, коллега. Спасибо, и вам тоже.
Тебе привет от Ложкина. Смышленый парень. Ну и что теперь с этим стукачем делать будем? А? Замочить его надо. Острях, я серьезно тебя спрашиваю. А представляешь, он нашел бы деньги и образцово отнес. Она здесь Артек выстроила. Слушай, ты нагрузи его. Скажи, что он перепутал. Что перепутал? Ты уже перепутаешь разве? А твою? Ты, Сергей. Ну? А зачем самцу кенгуру нужна сумка? Жуков, ты плакат видел? Когда ем, я глухонем. Сядь и ешь. Давай, давай, давай. А разве у самцов тоже сумка есть? Витя, они же сумчатые. Слушай, а у тебя, по-моему, дочка есть. И чё? Ну, как ее? Воспитывал. Ну, на коляске катал, сказки рассказывал. Хорошо. А потом? А потом дружков твоих ловил. Ну, а чё жена-то? Жена ушла. И это называется «был на воле». Ну что, и ты танцуй? Не умею я. Слушай, это просто. Современный танец отражает отношения между мужчиной и Что ты ей сказал? Ну, ты что, дурак? Что он сказал-то? Он сказал. Предложил пойти поплавать. А вы что? Евгений Дмитриевич! О! Вы не хотите прогуляться? Я? Да-да, на озеро. С удовольствием. Ложкин, Ложкин, Юра, послушай меня. Соберись. Сейчас этот гад Евгений Дмитриевич повел Татьяну Павловну прогуляться. Он ведь у нас преступник. Более того, он еще насильник. Танцуй, танцуй, пацан. А кто это такой? Насильник. Это такой мужчина, который предлагает женщине руку и сердце без ее согласия. Так что будем брать. Ты сейчас за ним проследишь, как только увидишь, что он потянул свои руки к ее сердцу, тут же стучишь мне в вожатскую или прямо сюда бегом. Я пока здесь. Понял? А что, Виктор Сергеевич, всегда такой мрачный? Ну, знаете, контузия, она еще никому настроение не поднимала. Он контуженный? Конечно. А он женат? Ой, нет, что вы. Никогда не был. Ему нельзя. Почему это? Он сам так решил. По идеологическим соображениям. А вы
замуж. Виктор Сергеевич! Что? Ой, будем брать. Ну-ка, ну-ка, разойди. Надо в милицию звонить. Ну, вы даете, Дмитрий Евгеньевич. Евгений Дмитриевич, извините. Ой, простите. О, а вот и наш контуженный. Пойдем выйдем на пару слов. Виктор Сергеевич. Спокойно, Татьяна Павловна. Мужчины сами разберутся. Пойдем. Я сейчас. Подождите. Ты что, нарочно меня подставил? Я все сделал, как ты мне велел. Фея сказала, а она взбрыкнулась с тобой. Это как? Да тихо ты успокойся. Мы все время только о тебе спрашивал. Да не надо мне Ложкин сказать, что ты... А где Ложкин? За ним скорее! Евгений Ильич! Виктор Сергеевич, не надо, пожалуйста! Посмотри в баркасе. Ага. Виктор Сергеевич, а? Что-то случилось? Да нет, ничего. Вы Ложкина не видели. Он вам ничего не рассказывал. Нет, а что случилось? Да ничего. Виктор Сергеевич, если что-то произойдет, немедленно докладывайте мне. Зина Андреевна, я даю вам честное пионерское. Если что-то случится, вы об этом знаете первый. Хорошо. Хорошо. Милиция, дежурный Прохоров. Здравствуйте. Это из лагеря Юнга звонят. У нас преступник беглый. Вожатый. Твой вожатый? Мой. Строгий, наверное. Строгий. А звать-то его как? Евгений Дмитриевич. Погоди-ка. А фамилия? Убегаев. Убегаев. Мальчик, ты что в лагере делаешь? Отдыхаю. Ну, отдыхай. О, Ложкин, что ты здесь делаешь? Тебя же Виктор Сергеевич ищет. Лидия Андреевна, я вам должен... Ну, куда ты пропал-то? Сейчас все скажешь, сейчас все расскажешь. Виктор Сергеевич, все нормально, все, да? Все чудесно. Пойдем, 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 пойдем. Ну и что ты хотел мне рассказать-то? Я в милицию звонил. Милицию? Что там тебе сказали? Они мне не поверили. Юра, иди отдыхай. Иди. Вот так они мне и сказали. А между прочим, я видел, как Евгений Дмитриевич деньги сушил. Стой! Стой, 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 стой. Так и быть, я тебе открою государственную тайну. Только ты не проболтайся. Мы с Евгением Дмитриевичем вовсе не вожатые. А кто? Секретный агент. И здесь мы не случайно. По заданию Москвы и лично президента России. Дело в том, что здесь, в лесу, скрывается банда фальшивомонетчиков, которым нам приказано обезвредить. Деньги – это приманка. Ориентировка – это прикрытие. Ну, вы же сами сказали, что он насильник. Я тебя проверял, надежный ты человек или нет. Я вижу, что надежный. Видишь? Мне точно такая же. Теперь веришь? А если они ворвутся в лагерь? Кто? Бандиты. Мы тогда даем сигнал на спутник, прилетает вертолет. Они сейчас нас со спутника видят. А какой сигнал? Это пароль. Ханна на мите, который сопровождается жестами. Ханна на мите. Повтори, запомни. Жёстче. Ханна на мите. Сигнал подается только в крайнем случае. А теперь спать, агент Ложкин. Сила ночью понадобится. Ой. Ложкин, ты где был? Ханна на мите. Что он несет? Ложкин теперь наш. Пантелеев и Лиза тоже. О, уже есть актив. Завтра сколотим команду. Угу, молотком. Смесь, смесь. С утреца лепим из хлеба. После обеда поход в лес. Кольцов. Она правда про меня спрашивала? Правда? И что? Спрашивала Витя,
Сколько у тебя ходок? Били они, убили, и никак. И не простое яйцо, а из ружья. Из ружья? А вы из ружья, золото, 585-я проба. Ага. А тут, типа, мышка проползала, хвостиком махнула и опачки. Это какой же должен быть хвостяра у мышки? Золотое. Старые, значит, вы истерики. Спрашивается, почему? Сами же хотели разбить-то. Ну, а фокусница-курица их утешает. Рожу я вам еще одно яйцо. Кто-нибудь может объяснить мне смысл этой сказки? Тогда всем отбой. Давайте пожелаем друг другу спокойной ночи. Все, давайте, все, поднимемся, пойдем, пойдем. Спокойной ночи. В ответ. Спокойной ночи. Молодцы. Виктор Сергеевич, а вы верите в чудовище на нашем озере? Ну, люди просто так болтать не станут. Вот бы его увидеть. Хотя бы издалека. Кольцов, твою очередь парашу выносить. Порядочные люди. Сначала желаю доброго утра, а потом заводят разговор о параше. Ты нарвал? За такие вопросы на зоне почки опускают. Значит, Таня. Кому? Ну, не мне же. А ну, вылетайте из воды! Смотри, прямо сидит. Шнуны побольше. Арсений, вот. Вот. Разминай в руке. Главное не есть. Да, да, его жуй. Не глотай. Не глотай. Разминай. И еще раз напоминаю всем. Смотрите на дракона. На праздник Нептуна приедут родители. О, Господи. Да. Так, и вот еще. Каждая яхта должна будет подготовить выступление. Потому что разыгрываться будет путевка в Ленинград. Виктор Сергеевич, а почему город Санкт-Петербург, а область ленинградская? Зина Андреевна, отец Жукова тоже приедет. У него отчим. Тем более, я хотел поговорить о поведении Костика. Ну, Виктор Сергеевич. Нет, никаких Виктор Сергеев. Что? Так, и вот еще. По сценарию вы должны быть Нептуном и чертом. Но это на выбор. Я черт Нептун. А вы тогда черт. Кто я? Черт, черт. Возьмете в клубе реквизит. Пятачок, копыта и хвост. Да, вот еще. А, выучите текст. По бумажке читать. Хорошо, мы выучим. Ну, мы договорились, да? Хорошо. Все, я пошла дальше. Ты что творишь, мусор? Какой я тебе черт? Какой я тебе мусор? Я тебе 100 раз говорил, мы не на зоне. Здесь черт – сказочный персонаж. А петух – птица – символ свободолюбивой Франции. Если вы, допустим, заблудились в лесу, что главное? Позвать на помощь. Надо крикнуть «Ау!». 3, 4. «Ау!». Хорошо. Но если ни одна товарищ не чухнулся у вас, то есть не пришел на помощь, то главное, запоминаю. Первое. Главное не трепеть. Второе. Нужно сразу же определить стороны света. То есть понять, где север, где юг. Кто знает, где север? А, дорогие дети, север с той стороны, где у дерева мох. Мох здесь, север там, юг, соответственно, там. Понятно? Виктор Сергеевич, а здесь мох с другой стороны. Так где же север-то? Значит, север и там, и там. 2 компота в обед. Тихо! Все сюда! В лесу
Всегда можно найти хавчик и продержаться так неделю, а то и месяц, пока не поймают. Не найдут. Вот здесь! Самая вкуснятина. Деликатес! Держи. А что это? Мед диких пчел. Да, да ладно. Гнездо брошенное. Можно брать. Виктор Сергеевич, откуда вы это знаете? Заблудился как-то. Слава богу, нашли. А если там пчелы? Да нет, там никого. Вкус меда диких пчел, дети. Это вкус свободы. Угощайтесь. Опа! Только мне остался, я нафига ловил. Ну-ка, дайте мне. Где? Ну-ка. Виктор Сергеевич, а правда, что пчелиные какашки очень полезны? Пчелиные какашки? Знаю. Ну, говорят, что очень. Пчелки. Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов. Что случилось? Ничего. Эх ты. Эльдус. Ребята. Ребята, бедные мои. Все. Гребаный ты, Винни-Пух. Спасибо вам. Следующий. Да откуда я знаю, что там пчел? Ну откуда? Ну, немножко покусали. Зато мы теперь вон одна команда. Нифига себе покусали. Завтра родительский день, а у нас не дети, японцы узкоглазые. Предки такой хай подым. Японцы — это тема. Все, Кольцов, мы в Питере. Какая тема? Че ты мелешь? Японский театр. Хананамити, там все действие происходит на кладбище. Хорошо, не в морге. Да погоди, свободный дух, дорога цветов. Хананамити. А сегодня мы им фокус покажем. Поможешь? Ага. Ты же такой фокус показал. 156-я статья «Жестокое обращение с детьми до 3 лет». В довесок.
к побегу. Витя, опомнись. Ты не вожатый. Ты блатной, Витя. Блатной. Ой, какая теплая вода. А можно нам искупаться? Нельзя завтра! Зинаида Андреевна, правда, очень теплая. Ну как окунуться и быстро назад. Под вашу личную ответственность, Татьяна Павловна. Хорошо, хорошо. А где Виктор Сергеевич, где ваши вожатые? Так, безобразие. Значит так, первыми купается шестой отряд. Строимся, Татьяна Павловна, ребята. А как же чудовище? Какое чудовище? Ну, из озера. Так чудовище же шума боится. Так что, как только оно появится, мы его сразу шуганем. Как мы будем это делать? Громко топать и кричать. Купаемся только по моей команде, ясно? Раз, два. Ребята, подождите! Это же я! Вы же хотели чудовище посмотреть! Ты что, по-моему, неплохо получилось. Идиот просто! С ума сошел! Вы же сами сказали, нужно стать для детей волшебником. Вот я и стал. Татьяна, давайте руку. Уйдите! Давайте руку, я скажу. Уйдите! Уйдите! Давайте, я говорю. Курили, чуть-то не парку не довели. Ну, они сами хотели. Я волшебное чудовище посмотрю. Агнеска! Татьяна. Ваш подрядом! Агнеска, зачем вы их повели? Это же соображать надо, а? На них же теперь без боли смотреть невозможно. Что мы теперь родителям скажем, а? Какой вы после этого педагог? Татьяна Павловна. Нормальный педагог. Николай, идите за мной. Вот вам бидон. Чем это не будь? Возьмите, покрасьте его и сделайте, наконец, буй. Нормальный педагог так не разговаривает с детьми. Нет, я понимаю, что детям нужна мужская сила. Но извините, не до такой же степени. А я вот в библиотеке книгу взял, там написано было, что ребенка ударить можно, унизить нельзя. Кто это сказал, интересно? Такой, Макаренко. Кто? Макаренко. Макаренко? Такой в очочках. Заходите, Виктор Сергеевич, зайдите, зайдите. Где вы учились, а? Я? В пединституте? Да, училище? В университете? Сядьте, пожалуйста. Последнее. В университете. Ага. Но не доучился. А какой у вас стаж работы? 3 по 5. 15 лет. А где вы работали? В школе? Да. А что вы там делали? Ну, шил фигурки, лепил болтиком. Учитель труда это называется. Во. 6 по 10 класс? Точно, 6 по 10 класс. Понятно. Виктор Сергеевич, в 10 классе труда нет. Я вам хочу сказать, уважаемый Виктор Сергеевич, что никакой вы не педагог. И у меня большие сомнения, что вы можете работать с детьми. Почему могу? Хватит врать, Ромашкин. Я же про вас все знаю. Ну, признайтесь мне хотя бы вот на один, что вы никакой не педагог, а кто? Честно. Честно. Беглый язык. Нет. Ну как с вами можно разговаривать серьезно? Ну почему вам просто не сказать, что я обычный милиционер, что я... Этого я не могу сказать. У меня нет никакого образования. Что я никогда не работал с детьми. Все, я завтра же перед директором ставлю вопрос о том, чтобы вас в лагере не было. И как можно скорее. Будьте любезны. Исправительный срок. Нет. До первого замечания, пожалуйста. Нет. Виктор Сергеевич, пожалуйста, уходите. Атас, Виктор Сергеевич идет. Это что такое? А ну-ка спать, живо! Спать, я сказал. Сказку. Я уже 100 раз про эту курицу рассказывал.
Чего вам женщинам надо? Главное, сперва цветочки мне дарят, а потом наезжают, как на последнем чушка. Цветы? Ну да. Втихаря на подоконник в вожатской. Это не она. Это я вам цветы подарила. А зачем? Какой же вы глупый. Лиз. Спать! Спать! Слушай, тут такая неприятная история. Чего? Веревочка пропала. Какая, блин, веревочка? На которую ты кровать привязал. Теперь тебя точно пришьют, если раньше не посадят. А если посадят, все равно пришьют. Да и черт ему. Надоело всю жизнь на стрёме. Спокойной ночи. Спокойной. Раз. Ух ты! Лиз, ну ты что, обиделась, что ли? Ну вот. Лиз, пойми, ты что маленькая? Тебе еще расти и расти. Школу надо закончить, институт туда-сюда. К этому времени я же для тебя совсем старенький буду. Лизин, ну перестань, родительский день, а ты ревешь, Лиз. Почему ко мне мама не приехала? Ко всем приехали, а ко мне нет! Тихо-тихо, милая. Там авария, наверное. Дорогу перекрыли, может, еще приедет. А где ты в Тихомирске живешь-то? Улица Павлика Мороза, 6. Командир, Павлик Морозов, далеко? Разведушь. Галина Викторовна! Так что? Я воспитатель твоей дочери, пьянь. Сегодня родительский день, а ты бухай, как корова. А какой сегодня день? Родительский. Значит, сплавила по-тихому дочку в лагерь и забыла, я так понимаю, ты да? Ты что, в натуре хамишь, матрасня, а? Витя! Сумрак. Значит, слушай сюда, женщина. Сейчас по-шустрому трезвеешь, покупаешь подарок и едешь со мной к дочке. Все поняла? Да у меня денег нет! На водяру есть и на подарок наберешь. Давай, переодевайся. Коля. Чё, Коля? Мать называется! Давай, ты переодевайся! Сейчас, Вить, если бы я знал, что родительский день, я бы сам поехал, понимаешь, Вить? Если кому-нибудь стуканешь, что меня видел, я тебе кадык вырву. Все понял? Да честная пьяница. Западлой буду, Витя, ты что? И завязывайте бухать. Я не Минздрав, предупреждать не буду. Приеду, проверю. Она готова. Она готова, Вить. Готова она. У вас такой настойчивый кавалер. И если я не услышу сегодня от твоей дочери задорный детский смех, земля тебя точно будет пухом. Поняла? Да, да, поняла. Поняла. Поняла она, Вить, поняла. Вон там вот комната девочек. Лиза! Лиз, все приехали! Что это у тебя? Да это
будто бы сегодня был морскими самураями. Пошли, я тебе покажу мою комнату. Ты прянички купила. Гримируйтесь. Ну-ну. Гримируйтесь, гримируйтесь. Нет, это уже слишком. Ладно. Виктор Сергеевич. Отчим Жукова подъехал. Замечательно. Где он? О! Вон, вы хотели поговорить с ним. Николай Филиппович! Костя! Николай Филипп! Отличный грим. Долго делали? Не. 5 минут. Всему отряду. Сейчас, я его сейчас приведу. Где у вас туалет? Там. Здравствуйте, Николай Филипп. А с вами хотел поговорить педагог Костя. Да? Он как раз сейчас гримируется. Ну, зачем человеку мешать? Он готовит. Нет, вы обязательно, обязательно должны с ним поговорить. Это очень опытный педагог. Виктор Сергеевич. Только что был здесь. Пойду поищу его. Виктор Сергеевич! Виктор Сергеевич! Татьяна Павловна! Татьяна Павловна, вы не видели Виктора Сергеевича? Да не видела я. Я за ним не слежу. Товарищ. А почему вы не одеты до сих пор? Да я уже почти готова. Я думаю, дети, ей-богу, право. Что? Да... Как-то неловко сказать. Черти мерещутся. Где? Виктор Сергеевич! Ну-ка, выходите! Вот это и есть наш воспитатель из Ленинграда. Виктор Сергеевич Ромашкин. Это отчим Кости Жукова. Николай Филиппович Вышкин. Здрасте! Он у нас черта играет, представление. Прям так из образа и не выйдет. Я могу... Не надо, не, ну подождите, подождите. Видите, ну вы же хотели поговорить о Косте, да? Вот и поговорите. Вот все расскажите, не скрывая ничего. Давайте. Извините. Дорогие гости, прошу всех на берег! Сергеевич, вы тоже поймите, а? Я ведь не отец ему, я отчим. Ну, может быть, вы подскажете, как опытный педагог, а? Точки надо искать. Где? Общие. Что он, например, любит? Гулять любит. Поражняк. А, то есть я хотел сказать, такого не бывает. Лучше надо искать. Когда вы вместе куда-нибудь ходили, в театр там или в лес? В прошлом году, кажется. Ну, вы поймите, Виктор Сергеевич, правда, у нас же... Там все время ЧП за ЧП. Вот сейчас зэки сбежали, меня из отпуска вызвали. Не надо все на зэков грузить. Сами знаете, как туда люди попадают. Сначала начнет курить, потом, глядишь, выпивший пришел, кореша блатные, драками ли засут. И все, покатило по ухабам под откос. Испугаете этого черта! И не забывайте, что... Они же еще мелкие. Чудеса верят. Вот и сотворите для нее чудо. Хотя бы пустяшно. Глядишь, и сойдетесь. Все в ваших руках. Вы же свободный человек, ё-моё. Да, конечно. А вы... А мне пора воровать русалку. Молодец, Леночка! Молодец! Хорошо! Ну что, пошли! Ой, господи, где вы ходите? Да там, понимаете. Да я уже про вас все поняла. Все, наш выход. Скорее. Не тащите меня, я же маска. Скорее. Это наш вожатый. Отпустите меня. Тихо! Эй, черт! А ну-ка отдай мою дочку, русалочку! Не отдам!
напугали тебя мои воины-гвардейцы? Мне теперь ничего не страшно! Все выступили? Нет, еще наш шестой не выступал. Шестой-то еще. Выступает шестой отряд! Надо говорить «Ханамити». Дорога цветов по-японски. Ну, я точно знаю. Ты в курсе, кто у Жукова отчим? Кто? Вышкин. Так и знала, что он притворялся. А ты говорил, что он плавает. По итогам нашего праздника победил шестой отряд! Мы выиграли! Одна! Отчет. Опять деньги сушить. Теперь ура! А почему шестой? Ну, черт же, испугался. Молодцы! А теперь вас ждет праздничный обед! Ну что, все еще будете ставить вопросы о его профессиональной непригодности? Нет. Пока не буду. Вот вы где! Слушайте, а зачем вам буй? Ну, я еще не очень хорошо плаваю. Виктор Сергеевич, кому-то надо заранее поехать в Ленинград, забронировать гостиницу, организовать экскурсии. Я решила поручить это вам. Почему? Ну, вы человек надежный. Как вы все это организовали, а? Один этот ваш номер с драконом, это... Ну, это потрясающе. Нет, ну и к тому же вы еще ленинградец. Саша, Зина Андреевна, а можно мне... Справка об освобождении. Ну, что я не какой-нибудь там бродяга с улицы. Конечно, конечно. Поначалу даже не хотела брать лагерь. Это современная молодежь. Ну, это... Да. Я ведь старой закваски, советской. Вот все думаю, ну, мы уходим. А кто вместо нас? Кому это все передать? Кому все это оставить? Порядок это дело тонко. В общем, Виктор Сергеевич, на следующий год в лагерь... На весь срок. Все, мам? Ты что, сбежал? Освободили досрочно. Слышь, перекантоваться надо. А поезда через день ходят. Да это, пожалуйста, конечно. Галя! Галина Викторовна! Познакомься, это Шаман. Сидели вместе. Здрасте. Здрасте. Выпить есть? Нет, Шаман. Сами страдаем. Совсем? Ни грамма. Сбегай, купи. И на зуб чего-нибудь. На зуб возьму, а пить не буду. Сумрак сказал, если развяжу, убьет. И грудину мне пробил. До сих пор саднит. Чего ты гонишь? Какой сумрак? Обыкновенный. Витя. Он у дочки ее, у Лиски, в лагере воспитателем подвязался. Не понял. Детский лагерь здесь, за городом. Недалеко. Там он. Вожатый. Пионерский лагерь Юнга. Он еще шашни крутит с учительницей Танькой из лицея. Вот это фортель. Мне стул нужен. Достанешь?
поздравляю вас, Виктор Сергеевич, с победой. Спасибо, Татьяна Павловна. Белый танец. Может, потанцуем? А как же муж? Какой муж? Ну, Арсений сказал, что его отец сидит. Авторитет большой на зоне. Сказал, что выйдет, рога мне пообломает. Ой. Мне просто интересно посмотреть на этого человека. Все это он придумал, чтобы его не обзывали маменькиным сынком. А на самом деле? Да не знаю я, где его отец. Он бросил нас, когда Арсению было еще 3 месяца. Ну все, допрос окончен. Вы меня извините, что я тогда на вас так наехала. Ой, то есть наругалась. Да нет, все правильно, Татьяна Павловна. Ну, можно просто Таня. Таня. За пчелы, за чудовище. И Макаренко тоже во многом был неправ. Да нет, я просто вспомнила, как Арсений рассказывал, как вы пчел гонят. Он, наверное, посмеяться хотел. Нет, нет, почему? Посмеяться. Нет, нет, что? У меня все с ним не очень складывается. Ну почему? Он мне сказал, эх, нам бы такого папка, как дядя Витя. Да зачем ему нужен такой отец? Ну, просто ребенку нужен отец. А все-таки скажите честно. Вы же никакой не воспитатель. А кто? Я простой милиционер. Здорово. А это кто? А это опарыш, свой человек, у меня живет. Ствол есть? А что за тема? Да человечек один, деньги скрысил, надо вернуть. Так может и я в делюге поучаствую? Волына имеется? Или ты вот с этим собираешься? Устроит? Ага, устроит. Слышь, братва, может я это, пойду? Пойдешь. С нами пойдешь. Когда? Ну чего, долго там? Ты что? Ну, галстука, я думаю, не надо там. Мешковат, по-моему, или я отвык. Слушай, Джеймс Бонд, ты когда-нибудь костюм носил? Я? На. А здорово, да? Да, отлично. Отлично. Надо еще билет купить и сумку под общак. Ну что, валим? Через кассу. Дед!
пропадаю в лесу, от меня ни на шаг. Наберем меда, заберет его в Питер. А пчелы? А пчелы умному человеку не страшны. Вот это видел. Давайте, идите уже, умные. Так, значит, поезд завтра, 16:30, вагон 8-й. Полк, правда, боковая. Ты что, ЕСВ не был? А как тебе без паспорта продали? Форма помогла. Добрый день в погонах. Слушай, я тут одну штуку понял. В нашем лагере все прям как там. Где там? На зоне. Администрация, режим, запретка, авторитеты, шныри и стукачи. А мы с тобой вертухай получаемся. Я теперь Вышкина в чем-то понимаю. Ну и... Ну и на кой тогда когти рвать? Променять одну клетку на другую? Сынык в таком случае сказал бы так. Весь мир тюрьма, но разного режима. Ты к чему клонишь? Чего, вернуться хочешь? Ни черта ты не понял. Ты вот про свободу твердил, а где она? Есть только то, что ты сам для себя выбрал. Я лично выбираю ужин в лагере. Ты как? И мы еще можем успеть. Давай. Поехали. Помогите. Виктор Сергеевич. Что? Виктор Сергеевич, миленький, если вы не придете, они убьют детей. Кто они? Я не знаю, они вас зовут. Им нужна какая-то вещь, за которой вы следите. Успокойся. И больше никому ни слова. И ни в коем случае не звони в милицию. Все будет хорошо. Женя, выйди на секундочку, а? Ага, сейчас. Ренат, что-то я не всех вижу. Кого нет? Пантелеева, Жукова, Лизы и Ложкина. Кстати, у Ложкина сегодня день рождения. Не забудьте поздравить. Ты поздравил, поздравил. Ну. Слушай, поезжай вместо меня. А что случилось-то? Да тут такое дело. Татьяна свидание назначила. Ты что, жениться, что ли, собрался? Ну, посмотрим. Не могу я так уехать, пойми. Могу, не могу. Ренат! Ну ты сколько челиков-то подоставил, а? Лучше две ходки сделай и все. Так, давайте, ребят, помогите, помогите. Девочки, первые уже давайте, наливайте. А, Вить, что ты мутишь? Конечно, а как без этого? Давай, ты город знаешь, и менты знакомые. Дочку наконец-то увидишь. Невеста уже, наверное, а? Давай, 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 давай. Вить, блин. Матери письмо в почтовый ящик бросишь? Из Питера просто быстрее дойдем. Вить. У тебя правда все в порядке? Хороший ты мужик, Кольцов. Хоть и мент. Я не дам! Да, я говорю. Евгений Дмитриевич! Евгений Дмитриевич,
любом случае, а что случилось? Там же дети. Ну, а эти позвали Виктора Сергеевича. Ну, поэтому нужно звонить в милицию. Он сказал, что он сам разберется. Ну, как разберется? У них же оружие. Ну, ну что вы стоите? Ну, вы же милиционер. А что вы молчите? Слушайте, ну, может быть, это ваши дружки? Старший оперуполномоченный Кольцов. Убойный отдел, Питер. Пацаны, Виктор Сергеевич идет. А я думал, кто меня зовет? Здорово, Шамат. Ага. Что случилось? Общак принес. Так, а что здесь дети делают? Виктор Сергеевич, они нас не отпускают. Ну-ка, марш в лагерь, у нас обед скоро. Сидеть все! Тихо. Тихо, это не педагогично, парни. Деньги отдай, отпущу. Лады. Да зачем ты сумку бросила? Что за понты? А? Мы же не на зоне. Я уже вольный человек. Два компота в обед тебе, вольный человек. Забирай. Чё ты себя Джеймса Бонда строишь, а? Ну хорошо, я отойду. Забирай. Иди, принеси сумку. Давай. Дядя Вить, не отдавай им сумку, они тебя убьют. Все будет хорошо, Арсений. Деньги фальшивые, я точно знаю. Чего ты тянешь? Отдай им сумку. Она на мете. Чего? Ничего. Давай, пацан. Давай. Не отдам. Я кому сказал отдай? Она на мите. Да, отдай этой сумку. Нет. Арсений. Дядя Витя сказал, отдай сумку. Отдай сумку, дурак! Слышь? Не отдам я сумку. Она на мите! Отдай сумку, это не ваша сумка, отдай! Отдай им сумку! Отдай, тихо, без нервов, тихо, отдай. Тихо, отдай. Тихо, без нервов! Она на мите! Тебе говорят. Сама, спокойно! Сама, не трой пацана! Пацаны, возьми, уходим, быстрее! Снимайте галстук, Виктор Сергеевич, пожалуйста! Не умирайте, Виктор Сергеевич! Здорово, земляк. До города не подкинешь? Нет. А что, ждешь только? От тебя волнует. Да нет, просто если для меня местечко найдется, ты не волнуйся, я денег дам. Слушай, пионер, ты ой, меня достал. Ой. Давай быстрее. Поднимай. Поехали. Да ничего тебе не сделай плохого. Давай, давай. Меня. Давай, 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 скорее, меня, скорее. Пожалуйста. А где Беляш? Отпустите! Беляш! 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 Он здесь! Я его не знаю. Я же на машине сидел. Заводи машину. Надоело бегать, сам позвонил. Что все это значит? То и значит. Твоя работа? В багажнике еще один. Видели детей в лесу. Сами туда не сядем, отправляем отряд. Прием. Понял.
Вам едет автозак и сотрудники колонии с начальством. Кольцова мы заберем. Открывай, чего ждешь? Ну что тут у вас? Да вот, юный друг милиции. Он сам всех и повязал. Ну что, майор, составишь компанию своему приятелю на нарах? Я ведь знаю, что без тебя тут не обошлось. На! Не забыл, как пользоваться? Идем! Евгений Дмитриевич! Евгений! Евгений Дмитриевич! Как же это так? Чего встал? Пошел! Я вызвал вертолет, так, но было слишком поздно, и они начали стрелять. Ага. Я даже пароль назвал. Хан на мете. Так. Это из-за меня его убили. Кого? Юра, кого убили? Виктора Сергеевича. Быстро каникулы кончились. Тань, ты нас прости. Ладно? Мы с Витькой натворили. Так надо было. Только ты ему напиши. Ведь у него, кроме матери, никого. Ну, ты же знаешь, он сам первый никогда. Его. Что? Давай, давай, иди. И учти, если что с детьми, пойдешь по полной, пожатый. Отпустите его! Он настоящий милиционер! Ребята, пожалуйста. Я точно знаю! Где же вы раньше-то были? Евгений Дмитриевич, вы же вернетесь? Танюша! Кольцов! Да где подельник твой? Он ушел. Куда он ушел? Он ушел дороги цветов. От нас еще никто не уходил. Разрешите пройти. Ты что творишь? Хорошо, еще вышка не знает про твои художества. Кольцов, ты что, в шизо захотел? Да не, просто серый цвет не люблю. Мароков, тебе письмо. Мне? Тебе, тебе.
Подпись есть, обои нет. А где Виктор Сергеевич, где ваш вожатый? Значит, начинает купаться шестой отряд. Виктор Сергеевич, нам еще осталось стен газеты рисовать.